всем привет! Меня зовут Никита, и сегодня у нас будет с вами очень необычный урок. Мы с вами сплетем вот такой вот Simple Dimple из резиночек. Он будет плестись очень легко. Вот так вот он будет выглядеть. Ты на него нажимаешь, и он работает как настоящий Simple Dimple. Для плетения нам с вами понадобится крючок, застежка, клипса и также резиночки одного цвета. Давайте приступим к плетению. Возьмем первую резиночку, накрутим ее на крючке в 3 оборота. Мы сейчас сделаем простое кольцо. То есть проплетем вначале первую резиночку, сделаем петельку. Проплетем вот так. Теперь заводим в 3 оборотика крючок. Проплетаем вторую резиночку. Сюда же проплетаем также третью. Четвертую. Пятую. И также шестую. Теперь повесим C-клипсу на резиночку. Давайте посчитаем резиночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 6 петелек. В следующем ряду мы с вами сделаем 6 прибавлений. Давайте приступим. Заводим в первую петлю крючок. Сюда мы проплетаем вначале первую резиночку, теперь сюда же заводим крючок и проплетаем вторую. И таким образом у нас с вами получилось прибавление. Так мы плетем до конца ряда, то есть до клипс. Делаем второе прибавление. Первую резиночку проплетаем, сюда же вторую. Третье прибавление. Четвертое. Пятое. И шестое. Переодеваем клипсу на нашу резиночку, которая на крючке. В следующем ряду нам нужно будет с вами сделать 3 прибавления. Давайте приступим к плетению. Заводим в первую петлю крючок. Сюда мы проплетаем одну резиночку. То есть мы 3 резиночки проплетаем по обычному и делаем прибавление. Первую мы с вами проплели. Теперь проплетаем вторую резиночку. Следующую петлю заводим крючок, проплетаем третью. И теперь следующую заводим крючок, и сюда мы проплетаем 2 резиночки, то есть делаем прибавление. Первая резиночка и вторая. Снова повторяем такую последовательность. Проплетаем 3 подряд по одной и делаем прибавление. Прибавление. И в последний, третий раз повторяем такую последовательность. Заводим первую петлю, проплетаем одну. Заводим во вторую, проплетаем одну. В третью также проплетаем одну. И делаем прибавление. Переодеваем клипсу на резиночку. В следующем ряду нам надо будет с вами проплести по одной резиночке в каждую петлю. То есть мы с вами не будем делать прибавления. Заводим первую петлю, проплетаем одну резиночку. Также во вторую проплетаем одну, в третью одну. И так мы плетем до конца ряда, то есть до клипсы. Давайте так проплетем.
Теперь заводим петлю там, где у нас клипса, проплетаем одну резиночку, снимаем клипсу, убираем ее в сторону. Теперь заводим в следующую петлю крючок. Теперь нам надо с вами сделать узелок. Накинем резиночку, проденем ее сквозь все резиночки, которые у нас были на крючке. Второй конец возвращаем на крючок и первую резиночку проводим сквозь вторую. Затягиваем. У нас с вами получился узелок. Теперь нам надо его спрятать. Заводим под любые петельки, резиночки, которые у нас тут есть. И вот так вот прячем. Вот, допустим, я заведу под вот эти вот петельки крючок. Захвачу резиночку и так вытяну. И давайте допрячем. Вот, спрятали. И наш Simple Dimple готов. И вот такой вот Simple Dimple у нас с вами получился. Давайте его протестируем. Подавим в другую сторону. И у нас он так перевернется. Давайте повторим последовательность. Надавим. И вот так вот у нас с вами получилось. То есть у нас получился полноценный Simple Dimple. Я надеюсь, это видео вам понравилось. И вы вместе со мной сплели вот такой вот замечательный, успокаивающий, легкий Simple Dimple. Если это так, то, пожалуйста, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока-пока!